Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу позвать на канал Богдан Let's Play. Он снимает видосики по Маджингу на первом сервере, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Итак, чуваки. Я сюда не заходил спустя, наверное, полгода я сюда не заходил, пацаны, играть. И вот я зашел спустя полгода поиграть здесь, в принципе, посмотреть, что и как. Так, какой-то чувак, что-то от меня он хочет. Кто хочет вписку у меня в доме? Я не знаю, кто это такой, короче. Я тут давно не был, я не знаю, модпакс вот скачал, обновления тут, наверное, были, судя по всему. Короче, я не знаю, что он от меня хочет, давайте мы от него просто уедем. Так, все. Заведем двигатель и поедем дальше. Это я не понимаю, что от меня хочет просто. Возможно, это подписчик. Мой ник здесь Кирилл Путбуль, пацаны. Мой старый добрый никнейм. Я, честно говоря, не помню, что у меня здесь есть. Так, у меня... Стоп, давайте посмотрим ММ. И посмотрим основная статистика. Ни хера себе номер аккаунта. Так, уровень. Дата регистрации, пацаны. Так, сейчас какой месяц у нас? Ну, блин, конечно, грубо говоря, это полгода получается. Ну, блин, месяца 3-4 я точно не заходил. В принципе. Да не, я полгода не заходил где-то. Да хера я не заходил. Вот, когда я аккаунт зарегистрировал. В принципе. О, у меня в банке еще 800 тысяч есть. У меня есть тачки, по-моему. Я не помню, блин. Последний раз я здесь стримил, но это было очень давно, прям очень давно. На самом деле прикольно так, знаете, зайти на сервак, на аккаунт, на котором ты когда-то давно играл. Довольно-таки прикольно. Так, баланс 844-031. Так, 844-031-031. Хотя стоп, мы их сняли, да? Не, ну давайте положим. Положим мы, так, пополнить домашний счет. Не то, так. Пополнить счет, вот. Потому что я помню, что здесь нужно дом покупать, когда у вас деньги в банке, если я не ошибаюсь. Конечно, если я сейчас буду покупать дом, и наоборот это будет пиздец, конечно. Так, мне пригласили какую-то семью, пацаны. Это монтаж, если что, я по полю не еду. Ладно, шучу. Так нужно, не нужно делать, просто сейчас как бы ночь, можно сказать. Пол 11 по Москве. Просто сами понимаете, этот скутер не едет ни хрена. Смотрите, даже багом ни хрена он не едет. Поэтому я решил срезать, но так, пацаны, делать нельзя. Ни в коем случае. Так, я понял, как семью писать. ФС какая-то. Так, доверенное лицо какое-то. Не знаю, зачем меня пригласил, и как он вообще меня пригласил на таком расстоянии. О, тут дома по ГОСУ. Круто, круто. Так, вот я, короче, доехал. Вот тут был мой дом когда-то. В принципе. Смотри, какие у меня тачки здесь. Ламборгини. А, и так далее. Какие-то номера странные. А ну, стоп. Там команда была. Fix Car. Ну, блин. Lexus у нас здесь стоит. Lamborghini и Mercedes. Не знаю даже, какую тачку взять. Давайте, наверное, Ламбу возьмем. А, ну давайте сначала дом купим, наверное. Я не знаю, как он стоит. Бля, а где его купить? Сейчас найдем. В принципе, я думаю, здесь тоже уже обратно буду начинать играть, потому что сервак прикольный. В принципе, ним занимаются, постоянно обновочки, там все дела, модпак прикольный тоже, кстати. Так, лям 200 он стоит. Ну, купим, давайте, купим его, хрен с ним. 800 тысяч в банке остается, в принципе, на один час у меня дом оплачен, поэтому... Блять. Так, крышит меня шкаф. Обычный домик, в принципе. Бабок у меня здесь... А, у меня донат есть? Ну, донат. 150 рублей, а ну. Так. И тут на бабки менять. Так. Не вижу я что-то нихера. Ну, ладно. А, во, покупка денег. Давайте 150 рублей переведем. Это будет, наверное, лям с половиной, как я понимаю. Да, это лям с половиной.
Ну, 150 рублей по целям с половиной. Нихуёво так живем, да? Нормально. Нормальный такой донатик у меня остался, он, походу, 150 рубасей. Ну, лям с половиной у меня на руках есть. В принципе, я не знаю, сколько эти тачки уж сейчас стоят. Надо еще в автосалон будет съездить. Мерс поломанный, поэтому возьмем, наверное, ламбу все-таки, да. И надо поехать дома обязательно сейчас оплатить, потому что он, блядь, слетит у меня. У меня тут частая проблема с домами, они постоянно у меня слетают из-за того, что я забыл их оплачивать. Так, все, можно ехать. Кстати, я здесь довольно-таки много серий снял, ну где-то 50 точно. Я здесь постоянно снимал. Да, вот надо было мне в столб ехать. Блин, что-то у меня машина скользит сильно. Я не думаю, что мудпак Радмира повлиял на это. Хотя, хуй знает. Вот какие, сколько елочек здесь, так красиво, кстати. Давайте сейчас в тюнинг заедем, я хочу глянуть. Нитро хотя бы поставить на машину. И в банк нужно срочно будет, потому что надо оплатить хату. А то, блядь, она слетит обратно. Я уже задолбался, наверное, 10 раз хату уже меняю. Давайте пишем тюнинг. Тюнинг. Окей, давайте ее перекрасим, наверное. Так, закись азота я поставил, в принципе, диски. Диски, я думаю, не будем трогать. Так, пакет. Не, нема винилов на эту машину, в принципе, можно выезжать. А чиниться у нас вон там вот. Не, ну не так уж и много поменялось, хотя, блин, я не помню. Я просто помню, что здесь и 100 было. Полный ремонт, все, погнали. За дом заплатим. И поедем потом в автосалон глянем машины. Кстати, у меня на тачках стояли на всех блат номера. Я сейчас не знаю, что произошло. В принципе, извиняюсь, что я на красный еду. Просто, ну, ночь, пацаны, онлайн маленький, в принципе. Поэтому, я думаю, можно чуть-чуть нарушить. Ну, как бы ночью людей мало, поэтому, я думаю, можно. Давайте скины, кстати, еще глянем. Да, паркуемся, короче, паркуем. Короче, мне нравится такой скин, давайте его купим. Ну, давайте вот так вот, короче. Все, погнали дальше. Мне кажется, что это не от Радмира, это зимняя физика, а просто в модпаке тоже сервер, есть зимняя физика стоит просто, и все. Все, 50 тысяч закинул, думаю, этого хватит. Так, вот я прибыл в автосалон, короче. Давайте зайдем, посмотрим, что за машины. Так, думаю, с конца посмотрим, вот. Какие здесь тачки есть, я, в принципе, уже полистал. Ну, прикольные тачки, в снегу довольно-таки прикольно выглядит, как бы. Мне нравится. Необычный такой модпак, не как у всех, в принципе. Да, модельки есть похожие, но все равно прикольный модпак. Мне он понравился. Не знаю, может, в следующей серии себе даже какую-то тачку купим, но надо что-то продать. Я хз, что продавать, но что-то дорогое. Я думаю, надо продавать, чтобы купить новую тачку. Так, вот лес, как у меня, он стоит 3,9. Ламба 390. И Мерседес 2800. В принципе, нормально. Чё? Нормально у меня имущество, в принципе. Но я думаю, мы на Лексус все-таки продадим и купим что-то другое себе в следующей серии. Я, честно, даже не знаю, что купить. Так, давайте. Ну, блин, это перебор, конечно. Вот такую бы я себе купил. BMW i8. Это, походу, старая еще версия. 7 миллионов. Ну да, надо будет подкопить бабок, либо задонить, хрен знает, посмотрим. Давайте еще мотоциклы посмотрим. Так, ну они, видите, недорогие тоже, в принципе, и их тут немало. Их тут реально немало. Также здесь есть много винилов на тачке, как я помню. Поэтому надо будет купить именно тачку с винилом, посмотреть, как оно все работает. Напишите, кто знает, какие здесь машины с винилом, чтобы я купил в следующей серии. Чтобы мне денег только хватило, там, 4 миллиона где-то. Я здесь буду, в принципе, часто играть, поэтому заходите, мой ник будет в описании, там, вводите при регистрации, кто не играет. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.